Приветствую, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш новостной ресурс. Перед тем, как начать, мы хотели бы попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь каждый день мы стараемся для вас. Приятного просмотра! Актриса Валерия Киселева не дожила до своего дня рождения всего 6 дней, 7 февраля, ей исполнилось бы 64 года. По этой причине 36-летний телеведущий отменил съемки программы «Вечерний Ургант». Родные и близкие Валерии Киселевой пока не комментируют трагедию в актерской династии. Источники, близкие к семье, попросили журналистов не беспокоить 85-летнюю Нину Ургант и не звонить ей за комментариями. По словам родственников, никаких хронических заболеваний у 63-летней Валерии Киселевой, матери известного телеведущего, не было, но накануне смерти она заболела гриппом. К врачам женщина решила не обращаться, понадеявшись, что вылечится сама. Однако сегодня, 1 февраля, в половине 10 утра, Валерия Киселева почувствовала недомогание. Напуганные родственники актрисы незамедлительно вызвали скорую помощь, но приехавшие по вызову медики констатировали смерть. Врачи направили телефонограмму о смерти женщины в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже опросили родственников Валерии Ивановны. По словам родных, она болела гриппом, рассказали в полиции. Но к врачам не обращалась, лечилась самостоятельно. Кроме того, женщина пила какой-то препарат, очищающий организм. Сам препарат полиция в квартире не обнаружила. Также родственники передали, что хронических заболеваний у Киселевой не было. Материалы проверки будут переданы в Следственный комитет. Назначена судебно-медицинская экспертиза, рассказали они. Напишите, что вы думаете об этом в комментарии. Также рекомендуем посмотреть наши другие ролики. Спасибо за просмотр!